В игровой форуме о важном сотрудники ГИБДД напоминают юным участникам дорожного движения о том, что надо быть внимательными на дорогах. В первую очередь занятия проходят в Ковровском, Гусь-Хрустальном, Везняковском и Киржачском районах, где отмечается рост аварийности с участием несовершеннолетних. В среднем в 3 раза. Все это связано в том числе и с тем, что в прошлом году были достаточно длительно ограничительные меры. Дети находились по домам, не выходили на улицу. В текущем году мы отмечаем всплеск аварийности. Основной пришелся на май месяц. Это 3-кратное увеличение количества ДТП. В основном это пешеходы именно в больших городах, в районных центрах, где их сбивали как на пешеходных переходах, так и по неосторожности самих несовершеннолетних. Инспекторы ГИБДД сейчас посещают школьные и загородные лагеря, где проводят практические занятия с детьми. Напоминают, как правильно переходить проезжую часть, рассказывают о ловушках, с которыми несовершеннолетние пешеходы могут столкнуться на дороге. Акцент делается на пешеходов, также на двухколесный транспорт. Это велосипеды, мопеды, скутера, мотоциклы, что, как правило, в летний период оказывается в приоритете у госавтоинспекции. Летний период всегда отмечается увеличением количества ДТП с участием несовершеннолетних, потому что дети не посещают учебные образовательные организации, находится кто-то дома, гуляют на улице. Многих детей отправляют в деревни, где они управляют велосипедами, не зная правил дорожного движения. Поэтому мы советуем, прежде чем приобрести ребенку велосипед, необходимо провести с ним дополнительные занятия, разобрать с ним все возможные дорожные ситуации.